Вадим Иосифович Данцигер родился 1 ноября 1969 года в Москве. В 1989 году окончил Иркутское театральное училище по специальности актер театра и кино. С 1989 по 1990 году работал актером во Всероссийском объединении «Творческие мастерские». С 1990 по 1993 году работал актером в Центральном театре Советской армии. В 1997 году окончил ГИТИС, мастерскую Л.Е. Хейфица, получив специальности режиссер театра и актер театра и кино. В 2013-2014 году занимал должность главного режиссера Нижегородского театра драмы имени Горького.